Sims я срать ебал. Вот, что там еще было? Ну, короче, Electronic Arts, ясно. У них своя линейка для своей публики. Что мы хотели увидеть? Это Battlefront и Mass Effect. Mm-hmm. Да. Ничего не показали. Mm-hmm. Поэтому, честно говоря, все понятно. Вот что, какие игры у вас всплывают при названии Electronic Arts? Вот все это там было. FIFA, NHL. Мне кажется, в принципе, с точки зрения всех пресс-конференций, можно просто сказать, что игра, анонс этих пресс-конференций, самый главный,